Ёк! Терминатор! Ну так. Не открывай, они плохие. Не знаю. Всем привет, это... я уже... Короче, Star Wars. С вами Саня и... Саня. А, два Сани, короче. Только ты странный Саня. Женский Саня, Ну, это... понарошку. Так что, будем куда-то отправляться или, не знаю, или тут опустимся вниз? Ну я думал, ты будешь у меня лампочку свою отбирать. Ну ладно, что, куда пойти? Назад поставь, а то убью. Убью. Ладно, тогда я. Лёш. Ну ладно, все. Я добрый. Ха-ха-ха-ха. Ты не знаешь, где я. Я знаю. Стоп, где ты? Почему я не знаю, где ты? Ты. А, ну я понял. Упс! Ты там мне корабль крушишь или что? Да. Это типа месть? Ну да, это типа месть. Ну что ж. Я пошел к тебе. О, я где-то внизу. Ого. Ну да. Тут дождь. Спускайся вниз. Что, страшно? Как тут дерево рубить? А, это же не террария. А можно ли дерево рубить? Чё? А... Вот берешь и рубишь там по полчаса. Только под корень руби. Понял. Это будет долго. Долго и мучительно, что ли? Веселый летсплей на Starbound, потому как мы рубим деревья. Ну да. Это же как Майнкрафт. Ну так. Йо, эй. Что ты сделал? Все, моя древесина. Это мой тоже дерево. О, сундучок. О, это что вот за... Это не... Сундук. Тут сундук был. У чуваков. Смотри, я чуваку башку что-то с башкой убил. Че ему с башкой-то сделал? Ничего ты не сделал. Мужики, давайте дружить. Вон, ну ты самый дружный человек на свете. Да ладно. Нам надо есть. О, еда выпала. А раньше она только из... Ну, типа, если ты из лука убиваешь, она выпадала. Это же не террария. Сейчас мы нечаянно перегородим. Озеро. Интересно, что там плавает? Какой-то, наверное, чужой. Там Лиана, я вижу. Из нее бинты можно сделать. О, бинты. Дейзи, блин. Ну так, хардкор. Чё? Ты вообще. Бог войны, я бог войны. Слушай. Я что-то хотел сказать. Я Бэтмен. А, я Бэйн. О, точно, я Бэйн. Бэйн? Да, Бэйн. Да что я хотел все-таки? Ну вот, так, сели записывать и все. Я все забыл. Так сели записывать. И ты что-то забыл. Вот там какой-то покемон сверху. Ну не трогай их. Это этот, как его, Бульбазавр. До сих пор помню с детства. Уйди оттуда, уйди. Ничего, бей, ты чё? Ой, я ещё задохнусь. Геройская музыка. Я не задыхайся. Я спасу тебя. Может, зря мы его убьем? Убьем, он такой... Няшка. Оп! Он Я пошел куда-то. Ты сундук не заметил, если что, тут где был. Сундук? Я где уже сундук? Все испал. Ах ты сволочь. Ты ж сундук Сандоса. А. Ну а вот. Стоит вниз спускаться Сандос, или прости. Мы. А хотя мы вернемся как-то. О. Ай! Мясо! Нужно больше мяса! Ну. Ну, нужны лианы, если чё. Эй, чё? На тебе. Мы травоядные будем.
Мы будем питаться веревкой. О, боксер, боксер какой-то был. Он дружный, он дружный. Да ладно. О, мясо, мне. Мясо. Не мясо надо. Я животное. Жестокий Саня Электрик. Кто тебе такое сказал? Ну, ты только что. Я говорил, я мясоедный. Хотя нет, я не мясоедный. Не хочу. Убил мяса. На глазах у меня какого-то там зверька безобидного. И говоришь, что ты добрый. Это не я, это что ты. Ну, мне просто тараканы в голове. Окей. О, ты опять под водой. Надо включить фонарик. Я Алан Вейк. О, точно, я Алан Вейк. Надо бы прическу Алан Вейка взять. О, что это за хрень там? О, интересно. Это что такое? Капсула. Капсула смерти. На тебе. Она тебе хп сняла. Как хп восстановить? Бинтами. Нужно есть лиан. Грубо говоря. Вроде бы есть. Так, в какую сторону упадет? В твою или в мою? Моё башка! Моё дерево, моё дерево! Дези. Давай ещё это две, эти две. Будем искать. Давай. Сколько тут вообще планет? Много? Много. Очень много. Земля есть? Я победил. Земля? Да. Мы на земле. Ах, сука. Как на земле? Как мы на земле? Почему земля такая странная? Тут растут синие деревья. Синие деревья. О, привет. Жестокий самый электрик, давай. О, это что за чудо-юдо? А ну стоять! Газы. Газы. Я просто нещадно раст свернул. Раст? У тебя был открыт раст? Ой, какой раст? Короче, игру нечаянно свернул. Бульбазал! Я думал, это кусты. Кусты какие агрессивные. Так, как тут пройти дальше? Как? О! Наверное? Уи! Что? Окей. Мне кажется, у нас нет выбора. Нужно есть друг друга. О, слышь, там какие-то базы секретные. Пошли. Роботы. Посмотрим. Ну, давай. Сейчас. Нам надо кирки делать. Да, давай кирки, ты умеешь делать все, ты делаешь кирки. Майнкрафтер Кер. Я тебе тут все покажу, я ж батька. Да? Я Алан Вейк, опять я Алан Вейк. Элис, Алан Элис, Алан Элис. Я не знаю, что же это Алан Вейк. Ой, не могу. А, ты дорогу делаешь, что ли? Да. Как? Это магия. Ну все, дорога кончилась. Как тут? Йо! Что ты сделал? Факел. Зачем? Не знаю. Я не знаю, как восстановить тоже. Хотя, вот ты мне потом... Дисбаланс, блин. Дисбаланс. Восстановить дисбаланс. Добромет. Ну что, в путь. А, я понял тебя. А, ну. Путь ты. Ах ты ж сволочь! Ну все. Ой-ой-ой, ну все, ты попал. Сволочь! Ой, все блоки мне, ну-ка, гениально. Все, ладно, давай. Я зажалюсь. Что ты сделал? Это не я. Вот тут надо, можно надо. Да все, все. Как давай. Ты запрыгнул? Там... Как ты запрыгнул, сволочь? Ну, как бы. Давай, у тебя получится. Еду. И. Слушай, у тебя какой-то рокер вообще, да? Йок! Терминатор! Ну так. Не открывай, они плохие. Не знаю. Пустите нас. Давай вот сюда проломимся. Что ты сделал? Беги! Беги оттуда! Дверь закрой! Уходи! Так. Вот
отлично. Первую серию назову терминаторы. Ну да. Давай прокопаемся к ним. Хотя я думаю, это плохо. Маша, это самоубийство! Это самоубийство! Да ладно, нам домой все равно надо. Так, ну как полечиться? Как скрафтить что-то? Подожди, как скрафтить это? Да, может, у меня есть? Дома. На корабле сделаем зверстак, там сделаем бинты и все дела. Я тебе помогу тогда. Ох, какая птичка безобидная. Она тебя безобидная. Добромет. Ой, плохо. Бей ее. Yes! Я огненный шаман. Чё? Так, давай быстренько сундучок. Как это сказать? Чё? Как сказать? Украдем сундук, вот. А, ну да. Ну все, я не успел. А, нет. Ух ты! Там какая-то штука крутая была. Эй, предатель! Чё? Ты за мной не пошел. Роботы чего? Там какую-то броню. А я телепортнуться не могу, прикинь, я телепортнулся вроде бы немного назад. Все, ты умрешь. Почему? Потому что. Красное небо. А вот могу. У тебя так много хп. Так, надо восстановиться. Как восстановиться? Помогите. Давай-ка, корабль. У кого база будет? Ну давай пусть у тебя будет. Окей. Здравствуйте. Я Алан Вейк. Фонари не трогай. Не, я буду своим фонариком. Ты не против? Нет. Тут еще разные фонари, кстати, есть. Типа... О, я буду тут сидеть. Красные, зеленые. Ой. Как тут сесть? На месте. Как тут сесть? Просто присесть. Ты сволочь. О, куда мы? Ой, мы летим. Ты нас закрыл здесь. Все. Я пошел. Сдохни, сдохни. Блин, у тебя так нельзя на корабле, вот у меня модный корабль. Давай разберем его, значит. Нет, не надо. Я перекрываю. Окей. А, кстати, впервые такой корабль лежит. Только в... Нет, не падай, не падай вниз. Да и вообще корабль плохим будет. Ну что ты сделал? Ты испортил наш корабль. Можно же как-то поладить. Все. Ты испортил меня. Вообще, спасибо. Такой добрый. Да зато дерево. Ну да. Это... Как... Ну это... И, блин, так, надо... И чуть не... О! Какая-то планета... О, Земля, что ли? Ещё... Блин, а что делать теперь? Ты испортил весь корабль. Почему я испортил весь корабль? Так я могу починить, ты бы сказал... Всё. Я нашел. Сволочь! А как восстанавливать предметы? Просто покажи. Ну... В инвентаре выбираешь, ставишь. Вот этой штукой, как она называется? А, понял. Манипулятор, вот. Цветочек нельзя поставить. Логично. Магично. О боже. Что делать будем? Давай крафтим вещи, чтобы я выжил. Как мне выжить? Что делать? Что делать? Подскажи. Подскажи. Сделать верстак и бинты из лиан. Что делать? Так, как делать верстак? Тут я уже вообще не знаю. Как... Из дерева. Так, как его крафтить? Как его крафтить? Видишь, там справа сверху. Инструмент, ключ, да? Ключ, да. Так, а где этот вуд? Вот, тут что, сначала надо... Надо сделать доски, сколько я не знаю. А где у нас всего 35 дерева? 35 досок надо, понял? Алло? Я понял. Какого хрена у меня появилась лестница, платформа? Ну все, ты все испортил. Я же брал вуд планкс. Ладно, все за тебя сделал, как обычно.
35 штук надо, да? Что ты сделал? В смысле? У меня корабль только что бесился. О, у меня есть... О, есть. У нас будет два верстака? Ну да. Гениально. Слушай, мне кажется, тут одной лампочки не хватает. А это ты не взял? Нет, у меня нету лампочки. Нету. Я жрать хочу, да и жрать. Сырое мясо. Не надо благодарностей. Сырое мясо мало. Блин, да я даже ничего не дал, я не могу, дать. Мало. На кью может быть. Да, вот мясо держи. Держи мясо. Жри. Подожди, а как мне поставить, например, верстак? Тоже этим манипулятором? Ну, просто берешь верстак. Там верстак возьми и поставь. О, классно, два верстака. Все, мы заживем теперь. Ты еще стул сделал? Ну да. Вот это ты вообще дизайнер. Ну извини, другой стул будет стоять здесь. Блин, ну это как-то... Ну можно его как-то развернуть, я не знаю. Можно. Попробуй. Да просто стать другой стороной. Поставь. О. Вот, ну все, давай чаепитие. Не сначала еды надо, мне еды. Я же тебе давал. Да я не знаю, как с мяса, где тут с мяса что-то делать? Тоже на верстаке шут. Нужен кемпфайр, костер. Костер в корабле, зашибись. Да чё, я же хороший поставлю наверх. В космос. Все, пошли готовить. В космосе? Может, там затронемся? Да. Нормально, все под контролем. Так, как тут крафтить в кампфайр? Ну, закинь туда еду. Как? Как тут закинь? И нажми кук. Нажми на костер. Понял. Я пока сделаю тебе пару бинтов, а то ты вообще... Да-да-да, то есть сдохнут. Может, о, да, можно бинт. Чё? Может, прощай, я прыгну с корабля. Ты баганёшь, злаганёшь, зависнешь, умрёшь и задохнёшься. Можешь прыгать. Так, как забрать? Мясо. Мясо. Чё? Какое мясо? Ну, мясо ешь, пожарю. Ах ты ж сволочь, ты забрал мясо. Я ничего не забирал. Блин. У меня в руках ничего не было. Я видел, отдай мясо. Что ты делаешь? Отдай мясо. Ладно. Сволочь, я ж пожарил мясо. Это я тебе его дал. Ну вот, съел мое мясо. А то, которое я пожарил, где оно сейчас? Я тебе его дал вообще. Сволочь. Я украл костер. А, да, лечись. Только ты не часто их ешь, ок. То пока. А я все и бандаж сожрал. Ну ты молодец. Вообще все. Я сразу сожрал весь бандаж. А, молодец. Я тоже прыгнул. Ну не советовал я тебе прыгать. Да по барабану. Что получилось-то получилось. Ну все. Все вещи. Это конец. Нет. А ну а как выйти? Я же говорил. Как выйти? Нет. Ой, я залагал. А, ну вот. Эй. О. Да получилось. Где мой фонарик? Я потерял свой фонарик. Где ты фонарик? Выкинул фонарь. Ты фонарь выкинул? Походу да. Ну ты вообще. Йо, а теперь его придется крафтить, да? Нет, его придется находить. Я не знаю, как крафтить фонарь. Ой-ё.
Давай уж на корабль. А как я на корабль вернусь? А, я понял. Я телепортом использовал. Ты что, до сих пор там в космосе летал? Ну да. Круто, я думал, ты решил как вернулся. Где мой фонарь? Где он? Ты его выкинул в открытый космос. Слушай, мы торчим уже тут достаточно долго. Давай делаем кирки и будем давай заниматься. Ты так сказать, да? Два кирки делать. Ты знаешь, как их делать? Да, я знаю, как их делать. Нам нужен камень. Пошли. Что ты сделал? Ты еще... Нет! Ё! О боже! Чё есть? Ну ты вообще... Да ладно! Корабль мой разрушил, тут сейчас сожжет его факелами какими-то своими. Ладно, давай вниз спускаться. Я уже без фонарика, ё, так протупить. Йо! Интересно, у меня круче будет. Пошли. Куда ты? Ладненько, сейчас переставлю то, что ты тут на порту напортачил. Точно выбросил фонарь. Блин, я выбросил фонарь. Ну как так можно? А вот скажи, как там можно? Ну ты нажал на Q, пока падал, я думаю, да? Да, я что-то нажал и... Нам камень нужен. Камень? Окей. Кирки хотели одну скрафтить, блин. Без камня. Ну. Да тут крафт не такой, как в Майнкрафте. Там можно сразу, типа, алмазную запилить. А тут из камня, наверное, надо сделать медную, из медной. Какую-то там еще, серебряную, серебряную, золотую и так далее, и так далее. Все очень сложно. Ах. Ну все. Так, сколько у тебя камня? Алло? Видимо, это потери. Ладно, в общем, у меня на две кирки хватает. Сука! А ты не... Это было эффектное появление, да? О, ладно, все, давай. Чего нет? На корабль давай. Сука, ты не сказал ничего, что у тебя... Ох, ты сволочь, сволочь! Да что я сделал? Надо заделать дыру. Надо заделать дыру. Да не надо так. Песком. Ой, камнем сейчас заделаем дыру. Так, тук-тук-тук. Блин. Ну ты вообще... Как так, мол? Я тебе кирку дал. Просто бросил. Ты... А, да, взял. Ой, я еще больше стекла поломал. Молодец. Зачем ты это делал? Я умею, могу. Не хватит. Ты мой корабль сейчас разломаешь весь. Мое стекло. Как мы там? Уии. Типа экстрим? Ну да. Все. Слушай. Печаль. Не удалось. Да. Так, ну даже запилить надо, брат. Ты научился доски такие делать. О. Так, ну чё, пошли. А, к роботам. Да. А, пошли к роботам. Это на какой планете было? На той или на меня? Ну, на той... Блин, это не на этой планете, это точно.
Тогда давай топоры сделаем еще. Давай. Ты, я просто не знаю, как это делать. Йо, я опять на свой корабль вернулся, да? Stone X. Так, нужен камень. У тебя есть камень? Есть. Есть. Сколько? Как его дать? Как его дать тебе? Ну, выбери его, например. Так, если он у меня есть. А, у меня уже нету вроде бы камня. Вроде бы. Ладно, я пошел копать. Они есть. Все, я выбросил. Ох, спасибо, ты вовремя. Подожди, еще раз. Ноль. Все, я выбросил камень. Забирай. Да, хорошо. Иначе я его, иначе его поставлю прям в твоем доме. Все, все. Не уезжай, нет. У тебя здесь секунд. Жестокий Саня Электрик. Спасибо. Тебе нужен топор? Да, сделай мне топор. Сделай мне топор, или я тебя убью. Мне кажется, с топором ты еще больше меня убьешь. Корабль мой разрушил, вандал. Ай-яй-яй. Блин, ну сиди. Вот топор. Я чуть его не выкинул в открытый космос. Все, пошли. На твою планету надо было. Идем. Ладненько. Нам бы надо еще лучше запилить. Так, а ну как тут рубить дерево? О. Да. Теперь круто тогда. Уи! Модные топоры. Ай-ё. Ай-ё. Пошли вниз, пофиг. Он был дружным. Точнее. А, ладно, подожди, это наши это вот дерево. Они нас не бьют, так что трогать их не. Привет, чувак. Тебя они не бьют, а меня бьют. О, слышно, тут угол. Ах, вы. Ну все, я с тебя не хочу. Убили? Ну да. Ну что ж, бывает, да. Возрождение Сани Электрика. Спешл в трусах, ё. Да, да, там. Можно пропустить, кстати, на эскейп. Да, пусть люди посмотрят в трусах, трусы. Чё, давай, на мой мир. Ё, а мой же корабль не в другом мире, в том самом. А, не-не-не, ошибся. Ошибочка. Окей. Убить его! Не. А, блин, они на меня напали. Вандалы. Прям как ты. Блин, барлаги иногда такие. Пошли. Мне кажется, себя его неважно чувствуют с таким здоровьем. Лианы, давай лианы копать. Слушай, посвети мне, пожалуйста. Они нужны для винтов. Ну, покопай пока, я пошел. Ну ты, конечно, вообще... Посмотрю, что там дальше, просто интересно. О, как это... Стоп, это та самая планета. Ну так... Так. Только ты не ходи. Я вижу роботов. Убить их? Или не убить? Не надо. Убить их с топора. Слушай, это ж тут будет база их подземная, я тебе гарантирую. Что ты делаешь? Их нельзя бить топором, мечом только. Я попробую. О, так, слушай, давай... Что это? А. Зачем ты сломал дверь? Я думал, она не сломается с топором. Ты просто вообще... Ты же бежать можешь. Всё. Давай там, будь, я сейчас спасу тебя. Да господи. Ой, беги отсюда, все, стой там. Ты в безопасности. Нет! Все, тебе конец. Так, я надеюсь. Я не успел. О, слушай, так ты отвлек, короче. Эскей. Все. Я теперь. Блин, я не успел собрать все. Ты тоже сдох. Да. Ой, молодец. Так. А, давай тогда пошло рубить дерево дальше.
Не, нам нужны бинты. И... А с чего делаются бинты? Из лиан. Который под водой? Который везде. Пещера. Ой, я вижу. Вижу. Их руб... Лианы тропором рубить надо, если чё. Ого, чё за огнище... Огненное чудо было. Ну... Подсвети. О, спасибо. Мы в пещерах, ё-моё. Да. Тут данжи, это не языки, как типа. В баню. Эй, помогите нам, мужики. Кстати, уголь скопай. Ну, копаю. Тут какой-то обсидиан еще. Или... Вот еще выход. О, отлично. Я под водой. Все, давай, всплываем. Что за музон? Ну, на нас кто-то напасть пытается, наверное. Вот, а справа. Я уже вижу, кто. О, боже. Ну, это вообще гениально. Это лава, кстати? Ух ты, прикольная планета. Вау. Ого. Какой-то вулкан. О, можно дебро, медь. Копать. О. Это будет долго, пошли. Да пошли. Да пошли, копаем. Помогай, да, это долго. Помогай копать, будь быстрей. Так не будет быстрей. Увидишь, это будет быстро. А что ты копаешь? Медь или бронзу, я не в курсе. А что я копаю тогда? Серебро или платину, ну скорее всего серебро. Сволочь. Так тебе лучше, чё? А, я серебро копаю. Серебро. Ну да. Все, я готов. Валим. А я нет. Я сказал, валим. Я тебе помогу. Ой, поставь на паузу на секундочку. Окей. Хорошо.